Да он Войт мне кинул на плащ и взял себе. Ну это суслятина, когда ТРС-ка была. Так, ладно, давайте по станам. Тирейль, станешь на первой волне печеньку. Монах, первая волна ромбик. Герцогиня, первая волна трусы. Так, герцогиня, это вроде вкачанный стан. Да, герцогиня, вторая волна тоже трусы будешь станет. Анти, вторая волна печенька. Кот. Кот, разбойник, вторая волна будет ромбик станет. То есть первая волна будет, это как я говорил, вторая волна. Дальше третья волна, это будет первые станы. Ну, вот так вот по кругу будете чередовать. А это откуда плащ вообще от силы? Это, блядь, ДФБ или что? Какой? У суслятинки. Сундук, СВК. ПК, 25. Все, все, я понял. Так, по диспелам. Бонифация сможешь подиспелить? Так, Бонифация диспелит. Тогда друиды Гиннеры, как я вам говорил, зареваете. Вот эти друиды все те же остались. Так, БДК, теперь смотри, как мы танчим. Вот я буду, короче, танчить, да, вот как обычно, рич поймал. Поймал и разворачиваешь его, чтобы он смотрел на РД-зону. То есть медики у нас будут вот тут танчиться. А шаркающий, когда вызывается, будет в протопале. Протопал будет вот здесь водить. Ты тут БДК вообще плюс они? Не сейчас. Чек на ФК. БДК, ты с нами? Не сейчас. Давай, БДК, смотри, короче, у нас лич тут танчится, здесь. Ты его сразу вагришь и поворачиваешь на РД-зону. Чтобы да, когда когда шаркающий вылазит, чтобы протопал его забрал. Протопал будет тут танчить, в печеньке. И вот, БДК, смотри, вот так вот ты идешь. Обычно. То есть ты всегда поворачиваешь клича, чтобы он смотрел на РД-зону. Чтобы если лужа была на тебе, то мелики не улетали, а то мелики обычно тупые. И вот так вот идешь, идешь, идешь. Ну и где-то тут я тебе скажу, поворачивай на РД-зону. Ты поворачиваешь сюда. И на РД-зону. У него своя атмосфера. И РД-зона вот на этот край, сюда, в эту сторону поворачиваемся. Протопал будет, соответственно, идти вот прямо. Протопал я прямо иду, потом протопал сюда будет сворачивать к этой колонии. Ну и на край дальше пошел. Ну, протопал все знает, охотник надо будет диспелить каждое ступень на шаркающем, а то это лайк будет. Ну, по капельками я скажу, там. Он не может каждое диспелить, нужно договориться, какого он будет первого или второго диспелить. Давай лучше второго, я тогда поставлю метку на второго шаркающего. Будешь второго шаркающего диспелить, когда у него будет отступление. То вайп будет. Ну, попробуем. Чек на пул. Ну, вроде все готовы. Пуляем. Так, сколько у нас тут? Раз ШП, два ШП. ШП бейте разные валькиры. Охотник ставишь ловушку, чтобы они не улетали так быстро. А присты там разные, бейте валькиры. И сдаться на твою милость, Мондринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Не, ДК, ты на той стороне танчишь. БДК, своя атмосфера была. А мы так, иди на ту сторону танчи, тут РТД станчит. БДК, на ту сторону иди. Туда, на ту сторону иди, ДК. Да я слышу, я пойду. Давайте, БРФ нету, так что не падайте с кула. Отойдите от лича, то мало ли не ставите, трогай, отойди. Да будет так. Герои, давайте, 2 секунды, бой начинается. Да нужно!
Смотрим ловушка, на ком будет. Шарк, так, РДД бежим. Милики пока стоят, курят. Чума 2 секунды. Смотрим, чуму выносим. Чума на Алдуран выноси. Диспел. Так, смотрим, ловушка. Милики, БДК. Протопал чуть дальше проведи. Ух ты, хороший БДК, походу. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. Милики. РДД проходим, милики проходим. Смотрим, чума 2 секунды, чуму выносим. Чума на катапульта. Спел. Забираю мелкий трэш до второго шаркающего всех РДД. Так, смотрим, ловушка сейчас еще одна будет. РДД, милики проходите тоже. Давайте, чума 2 секунды, прист, отойди от шаркающих, фотон, конскьюрит. Забирай шаркающего. Конскьюрит, диспел. Чего вы дохнете там? Шарка еще убивает. Давайте, РДД, переходим. Без смотр, ресай Войда. Конскьюрит, ресай Рочестера. Смотрим, ловушка сейчас будет. Давайте, быстрее ресайте, катапульта выноси. БДК, веди к РДД зоне. Захил Войда. Катапульта, ладно, хер с ним. Захил, идем на край. РД ловушка. Милики, аккуратно. РД не улети, шаман. БДК, аккуратно. Чему диспел? Друида, чему диспел? Диспел? Блять. Сколько там? Залез. Паза, идемте на край. Я вылетел. Диспельте чему по рейду. Играем по... Падайте. Это все падайте. Что-то там я завис, когда меня раснули. Ну, все нормально, вот шарк еще убил, там прист, если не выносит, диспель пареет, если не выносят, то диспель не надо, чтобы они умирали. По валькам на вторых вальках Рога и Кот трусы, да, ты сказал, Рэл? Ромбик. Ромбик, ок. Между собой там договоритесь, кто первый, кто второй. Да, в принципе, я и первую, и вторую могу. Нет, мне, ну, все равно. Может, ты сказал, вам обоим станет, чтобы не застали ни одновременно. Ну, я короче, буду станить в Роге. Там что-то ДПС, что ли, теряется. Мне попроще будет. Да я всегда буду станить, по сути. Потому что у меня стан дамажит, а у тебя не дамажит. Тебя просто кидни. Друиды, у кого там БР без КД, плюс они то и там резали, они попадали. Что там, друиды, у кого БР без КД? Давайте резать упавших, тыкайте на шкаф. Резать упавших, и там возле портала лежат. Резайте, и когда все придут, дайте баф, а я пойду водички попью. Не сейчас.
Друид с концами или он рёгается? Знаю. Он смог дотерпеть далеко. Тот же мой, наверное, косячник, да, был? Ну, хилил, ну, падал. Ну, на этом падал. Ну, и ХПС у него не очень. Стали самые стойкие, да? Да тут цари хочешь, чтобы заменить, а заменять уже некем. Да, в принципе, тут игроки хорошие, тут ПДК, присты, все, в принципе, пойдет. И такое, чтобы вилью загнать. У нас там райский ЦЛК. Анка там в РК пишет, что она не хочет пойти. Поставьте этих сестер поющих, у кого есть. Зайду. Кем надо, я жду? Не надо их ставить, они заебали, дружба дала ранее, блядь, везде. Да можешь отключить в настройках звука. Там есть галочка отключить этих сраных. Так, кнопка не работала. Сад, если хочешь, там манка может тебя заменить. У нас прист есть, если хочешь, можешь уйти. Можно нажать Ctrl-S. Звуковый эффект отключить. Нет, убираешь галочку, голос рыцарей смерти и все. Подожди, Саля, не уходи. Уже ж у нас минус 2 выйдет тогда. У меня минус 1. Ты че, эта Анка зайдет пристом, а Мисао Эрдру. Так Мисао сейчас должна зайти. Я зашла на Эрдру, мне сказали. Нет? Это один и тот же человек, Валя. А, не, приз туда, сорян. Оставайся. Я думал, это два человека. Не. Давайте все, давайте фулбафы, кушать рыбу. Давайте все готовы, лича запущу там. Да вы смотрите, что добафаете. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне. Там в обычку потом пойдем в 6 слотов. На твою милость, Фордри. Во сколько минимальное количество игроков можно пронести 25 оп? 10 можно? Боссов, думаю, да. 10. 10 человек все пронести. Я бы сходил. Не, только... Давай попробуем на десятку пойти. Фулгирные люди, которые все знают. Да. Может, не full gear, главное, чтобы руки были. Я бы сходил с удовольствием на такой ивент. Не знаю, старых адептов если взять еще, может, кто помнит. 25 человек на IT5 и в 5.7 мой анбаф закроем. Давайте замутим как-нибудь. Ладно, давайте, бой начинается. Ну. Best mod BR есть? 2 минуты. На кого BR есть, посадите. Смотрим, ловушка. Сейчас будет Алдран после перебежки. Милики, бежим, милики. Смотрим, чума, 5 секунд. Алдран, можешь его резать. После заражения только вставай. После заражения, скажу когда. Бонифации выноси. Блять, я ж сказал, после заражения. У кого там РДД? Есть еще БР? У меня есть чистая. Резай. Вставай сразу. Давай, резай, вставай сразу за хилу. Смотрим, сейчас ловушка будет. Милики.
Смотрим, чума 2 секунды, чуму выносим. Алдоран, выноси. Диспел. Диспел. Смотрим, ловушка сейчас будет. Мелики, мелики. Протопал, проходи. Мелики. Так, второй шар вообще сейчас будет. Готовься, протопал. И ловушка будет. Протопал, чуть дальше пройди, буквально пару шагов. РД, забираем шаркающего, смотрим, чума 2 секунды. Чума на... Банана... Банана... Так, смотрим, ловушка сейчас будет, готовьтесь. РДД, БДК, веди в РДД зону. Охотник, диспел. Даня, давай каплю на протопала. Так, смотрим, сейчас еще одна ловушка будет, готовьтесь. Тирей, дай каплю на протопала. РДД, печеньку, мелики в звездочку. Аккуратно там ловушка, не улетите. Аккуратно, диспелте, чему выносите? Диспел, диспел, диспел разбойника. Давайте на край, дайте им на ХП. Им на ХП, дайте и сакру, дайте. Давайте, играем духа. Поставил меточку. Бестмод откатился, Б расти, да, то разбойник аресы. Охотники, присты, играйте по сверкам. Духов не срывайте агро. Сверки, сверки летят, сверки, две штуки аж. Давайте в нового духа, дайте там бафы какие-то минимальные. Олег, ты сможешь поставить РД зону, чтобы они в одной точке стояли? Да, только если БДК будет смотреть на звездочку еще. Чтобы звезда смотрела в спину лючку всегда. Угу, сейчас тебе дам. Ой. Уже в какой-то пати. Да вот. Будете стоять в звездочке. Давай, протопал, сейчас будет фаза. Забирай протопал гневного духа. Сверху добейте, сверху добейте. И гневного духа. Милики, идите к боссу, РД, добейте гневного духа. Все, ушли под лича, ушли под лича. Все под лича ушли. Давайте, стоим в звездочке. Валькир сливаем. Станьте себе звезду, охотник, давай капканы свои. Слушайте, кого сливать, если шо. Так, сливайте, сливайте, все три сливайте. Скажу, надо будет выйти из-под валькира, готовьтесь. Так, вышли из-под валькир, ромбик стан, вышли из-под валькир, 3 секунды, анти. Давайте, трусы добивайте, трусы, печеньку добивайте. О, ДК вообще красавчик, с валькирами прям ведет. Так, Олег, на тебе звездочка, скажу, надо будет выйти с центра. Идите все в звездочку, становитесь. Дайте рост. Рост, 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 и все в звездочку станьте. Давайте, скажу, надо будет выйти с центра. Вакир сольет. Кого скажу? Давайте, готовьтесь. Давайте, готовьтесь. Готовьтесь. И... Готовьтесь. Все, вышли с центра, вышли. Давайте, ромбик бейте. И трусы. Ромбик, трусы. Давайте, ромбик, трусы бьем. Стан ромбику, стан ромбику. Стан ромбику. Давайте, ромбику стан. Давайте, ромбик играйте быстрее. Печеньку отпустили. Давайте хилы, РДД на рейнджу. БДК выйдет с центра, БДК выйдет с центра. Сейчас будет оскорбление. Вышли с центра, вышли, вышли, вышли. Вышли с центра, оскорбление. Бонифаций. И в звездочку становитесь. Станы откадешились, валькир сливаем. Станы откадешились, летите в одну сторону. Охотник, капкан, стали в звезду все. Давайте, станьте звезду, будем убивать. Сливайте, сливайте, все три сливайте, станы. Я не могу застать. Печеньки стан, печеньки стан, печеньки стан, играем через печеньку. Ну, дайте стан печеньки, пытку кастаните в нее. Давайте, трусы, ромбик добивайте, ромбик играйте. Трусы играйте, все три играйте. Куку Вася осквернение. Блять, что ты там делал? Давайте, станьте за жопу лича. Валькиром стан и играем валькир еще. Валькиром стан и играем валькир.
Все звездочку. Давайте, скажу, она будет разбежаться. Давайте. Играем, играем, играем. Вышли осквернения стали. Играйте, все три валькиры должны слить. Дайте массовые станы. Мастаны дайте. Быстрее. Отдавайте бурсты. Давайте, ромбик, трусы, трусы, играем. Трусы, ромбик. Все, улетели, играем в лича. Спасибо, Куку Вася. Играйте в лича. Блин, без эрдру. Захиливайте, захиливайте. Осквернение. Осквернение. ДК, веди на край веди. Веди на край ДК. Смотрим осквернение на ком. Тирал. Веди на край фаза. Фаза, веди на край. Все на край ушли. Дай сакру. Давайте, гневного духа играем, который с меткой. Поставил у него звездочку. Присты, ханты, по сверкам играем. Давайте, можно убить, 3 хила, должны успеть. Сали, давай, им на ману, ставьте тотем. Играйте старого духа, печеньку добивайте. Все, ДК забирай, нового духа, играем в нового духа, печеньку поставил. Агро аккуратно, третьего на пулиш охотник. Сейчас, который будет на пулиш, на БДК. И на пропала. Наберите ренжу, сферки бейте. Сфера летит, это нам наш урон по рейду идет. Чем больше урона, тем больше хилы будет напрягаться. Сферы бейте. Нового духа бейте. Давайте, если никто не умрет, то успеем до берсы. Давай, паладин, забирай нового духа. Играем в печеньку. Сфера летит, сферу бейте. Вот сидим на маны. Паладин, забирай, сферу бейте. Сфера, сфера, сфера. Давайте, печеньку добивайте. Не надо было духа морозить. Дадите духа, чтобы вас не убило. Там не звезда, да? Да я повожу. То не было крика по рейду. Давайте, идем в печеньку. В печеньку, звездочку идем. Дайте гимн на ХП. Давайте, стали гимн на ХП, хилимся. Там бомба впереди, хилимся. Хилимся, хилимся. Бежим, бежим, бежим. О, бля, прист минус. Выйдем, риснем тебя. Давайте хилимся, стоим. Два шамана хилимся, проходим. Давайте, проходим. Стоим, хилимся. Давайте, две цепухи, цепухами хильте. Хилимся, проходим. Бейте духа, главное. Давайте, дальше проходим сюда, в звезды, в печеньку. Две цепухи по рейду кидайте. Две цепухи, бежим. Бежим, бежим, бежим. Давайте, главное не умирайте. Хилимся, бежим. Паладин в бабле лови. Лича в бабле. Лови в бабле гневного духа пока. Забери паладин. ДК, забери гневного духа. Конскюрит, ресы, бонифация, ресы, конскюрит. У кого БР есть, Алдран, ресы, анти. Играйте в гневного духа. У кого БР нет, ресайте анти. Добейте гневного духа. Стой тут, никуда не веди. Никуда не веди, сейчас будет комната. Кильте БДК. Что-то духи пошли. Ушли от духов. Ушли, ушли, ушли. Ладно. Хреново. Идемте в звездочку. Сейчас будем захиливаться. Там БР откатится. Давайте звездочку. Идем в звездочку. Давайте, хильте, рейд, хильте. Цепухами, давайте, все нормально. Дайте руки на Куку Васю. Инеры Куку Васе дайте. Давайте в печеньку и хилимся. Духов бейте, хилимся и проходим. Давайте. Зашли за угол. У кого БР без КД, присадите. Да, проходим. Слава, можешь ли сказать, у кого там БР, когда и сколько? Ну, давайте, смотри, проходим. Стоим, стоим. Стоим, 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 проходим. Проходим, бежим по настеночкой. Алдран, Реса и Анти в центре лежит. Ушли, кто? Портал, к порталу уходите. К порталу все ушли. Лича бросили, уходите к порталу. Даня, вставай. Я духа не знаю, где он поднимал сейчас. Давайте, бьем лича.
Отведи от лужи, сейчас будет вторая лужа, идущие пойдут на нас. Уходи, давай, за лечом спрятались. Спрятались за лечом, вышли на рейнджу вышли. Вышли от леча. Там духи аккуратно, духи неудачно. Ну, куку, Вася, уходи. Протопал хлопает, давай, нормально, ладно, стой тут уже. Стой тут, давай, сейчас духи будут, веди к трону. Давай, к трону веди, тут эти леча, сейчас будет комната. Уходим к трону. Давайте комнату, нормально. Дайте Бонифацию Иннер, если есть. Или руки на него дайте, что-то ему дайте. Давайте, идемте в печеньку. Звезду с меня сними. Давайте, идемте. Давайте сюда проходим. Килимся, проходим. Давайте, потихоньку, главное, будем ходить. Давайте, стоим тут, хилимся. Проходим. Проходим чуть дальше. Дайте там пока пристабав, лапку, бейте духа, духа бейте. И проходим. Давайте проходим, хилимся, не остаем, проходим, духов бейте. Давайте за стенку вжались за угол. Но не умирайте, не умирайте. Вы что, хильте Бонифация? Бонифация? Паладин, лови, паладин, лови. А, нормально, нормально, не лови, к трону ушли, к трону. К трону. БДК лови. Что-то берса не показывается на нем. Бэйр откатился. Дресса герцогиня. Ушли за... Блядь. Падайте. Ну шо, куку, Вася, спасибо тебе. Падайте. Так, куку, Вася нам подосрал, но можно было в три хила. В три хила захилить. Кто там уходит, там, скажите хотя бы. Вань, не надо говорить, стой, стой, сейчас комната будет. Пусть все равно ведет. После комнаты милики не могут бить. Ну, может, он стоит под... Косяк был. Нет, да. В любом случае, даже если комната сейчас, пусть переводит на другую сторону. Потому что мы выйдем с комнаты и сразу можем бить его. А так нам нужно ждать, пока он прибежит. Милики бегут и дохнут там под духами. Помощь нужна. Да. Кем? Кто это? Злой, ё-мо. Хера себе. Привет. Кто там уходит? Паладин уходит. Давай паладином. Протиком. То можно и ретриком. Не, ретрика нет. Давай протиком, герцогиня ретрик. Все нормально. Сейчас зайду. Грант тоже хочешь подождите, я пойду. Кто тебя 100 лет не слышал? Плюсану. Сейчас сделал чат, включу. Работаем. Еще раз писание. Мальки резнулись. Осторожно. Смотрите, Вальки не сагрит, это лишнее время. Лучше говори в полголоса, чем шепотом. Там, если кто-то уходит, в принципе, можно заменить.
тебя, у меня просто слюнки текут. Хаба, ты тут? Фотон, где в этом смотрите? Да, тут. Нарисайте Хаба. Давайте, когда валькиры из центра летят, не надо в центре стоять, там тебе ДК танчит. Вы же видите, что все плохо. Если бы там бы не раз... Ну, если бы ускорения не были, там бы минус 2 дамагера были топовые. Давайте все тут, можно фулбафы давать. Все же от вас зависит. Будем нормально делать все, как надо. Не будем сидеть. Каждый трай это минут 15. А даст то фласки дикомаги? Давайте там бафы. Так, у нас перестановочка получается. Герцогиня будет ретриком, а неоспоримый будет протопалом. Скиллы. Злой, ты знаешь, как тут шаркающих танчей, они, короче, поменялись, и надо их каждый ставить, желательно. Они планшотят под берцой. Ну, знает. Первого станя, второго шаркающего тебе будет охотник дисплеить. Давайте чек на пул. Богохульник. Богохульник, тебя ждем, подходи. Воин. Богохульник, ты тут? Алло, раз, два, три. Начало первого. У кого-то уже часов 7 утра, наверное. И сколько там у тебя, Слав? 4. 4. Не спится. Богохульник, ты тут? Алло. ГПМ по косарю, сука. Люди не спят из-за них, блядь. Все тут готовы, запускаю. Идите на свои позиции, и отличие отойдите, не надо так делать, как сейчас делали, что вы дохнете. Без команды не резать, по заражению не вставать. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Сейчас, если меня лич схватят, я его фуиз, блядь. Я ебал, блядь. Через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Послушайте. Давайте, можно убить, сами все видели. Ладно, не косячьте. Отойдите от лича, бой начинается, 5 секунд. РДД, РДД, ловушка. Злой, станешь первую валькиру, печеньку. Чума, 2 секунды, смотрим, чуму выносим. Чума на неоспоримого сам себя продиспелит. Смотрим, ловушка, РДД, милики, проходите. Так, ловушка, смотрим, милики, милики, милики. Чума, 2 секунды, смотрим, чума на эста и выноси. Диспел, РД, встаньте в печеньку. Печеньку встаньте, смотрим, ловушка. Милики. Так, смотрим, сейчас будет шаркающий призываться, так что готовься. Второго шаркающего охотник диспелишь. Поставлю на него метку, милики, ловушка. Квадратик будешь дисплеить. Милики, ловушка, смотрим, чума, выносим, чума на рога выноси. ДК, веди в РДД зону. Протопал, уходи на край, сдой на ту сторону, да-да, вот туда веди, еще сворачивай.
РДД. Все, ДК, давай миликов. К нам сейчас будет ловушка. Дайте капли на неоспоримого анти. Анти дает первую. Так, смотрим ловушка сейчас и на край пойдем. Идем на край. Так, герцогиня, дай капельку на неоспоримого. Рассоситесь и наберите ножом между собой, охотники и присты по сферам играйте. Дайте каплю на неоспоримого еще паладин, последнюю. Играйте сферы. Чем быстрее сферы стрелете, тем меньше урона по рейду будет. Фотон гимна ману, ставьте тотем и заливайте инеры своим шаманом. Играйте в нового гневного духа. Олег, дам тебе метку, поставишь. Сверки бьем. Подожди, я жду, теперь станю. А ты первую станешь. Первая печенька на второй. Я сказал неоспоримому. На первой волне, а ты на второй. Может каждая. Да. Все, ладно, встань, дамажу. Я если что там пострадаю. Паладин забирай. Забирай, РДД, идите, проф, обейте, все, четверо, лича, обейте, отверни от рейда, играем лича, становимся под звездочку. Валькиром встан, сливаем валькир. Давайте, станем и сливаем, все нормально. Давайте, сливаем. Готовьтесь, надо будет выйти с осквернения, хилы РДД на рейнже уже, отходите с центра. Так, вышли осквернения вышли. Добивайте, добили. Давайте Геру. Олег, постави, чтобы они летели нормально. Сейчас будут станы и сливаем валькиры. Готовьтесь, я скажу, кого сливать. Надо будет выйти с центра по моей команде. Давайте. Готовьтесь. Вышли с центра. Вышли оскорбления. Вышли. Валите. Давайте первую сливайте. Вторую. Давайте, кроме трусов. Давайте, трусы улетели, печеньку играем. Играем в печеньку. Давайте. Лича, хилы, РДД по краю. Слава, можем поставить лича? Слава. Лича можешь поставить? Лича? Ну ставь звездочку. Вышли с центра осквернения. Осквернение. Вышли. Конскьюрит. Давайте все в звездочку становитесь. Звезду проведи немного к звезде. Еще. Звезду встали, звезду. Давайте, станы откатились, готовьтесь сливать валькир. Давайте, все нормально, сливаем. Сливаем. Трусам стан. Через трусы играйте. Через трусы. Пытку в трусы. Там протопал. Стан. Застанем. Давайте. Вышли осквернения. Осквернения вышли. Давайте, играйте печеньку. Печеньку играйте. Сейчас переведем, наверное, уже. Да, сейчас переведем. Стойте пока в центре. Сейчас будет валькиры. Да, валькиром стан и на край. Давайте, валькиром стан на край. ДК, веди краю. Уже 1%. Веди. Стан валькиром, сливайте лича, переводим. Осквернение там аккуратно. Переводите. На край все ушли. Дай сакру. Так, играем духа с меткой, которого Сали гимна ману ставь. Наберите ренжу и играйте по сверкам. Уйдите от морды. Все нормально. Так, СС даю. Играйте в старого духа. Все, давайте в нового переключились. СФА резай анти. Сфера летит, анти захил. Псали гимна ману, бонифации тоже гимна ману, давай захильте анти. Друиды инеры своим шаманом. Дайте бонифацию руки паладина, играйте в нового духа.
нового духа играйте. Сферкой летит, сферу бейте. Нового духа не трогайте, играйте печеньку. По команде протопал заберешь. Все, протопал забирай, фаза. Играйте в печеньку, добивайте. Давайте черепок задотайте, сейчас будет комната. И за мной ходим. Берите, забирайте. Давайте, идем в комнате. Дайте инры, холи престу, все нормально. Главное духов. Видите, звездопады под комнату оставляйте. Давайте проходим за угол, бежим быстрее по настеночкой. И вжались. Давайте, все нормально, стоим тут, стоим, бежим. Чё ломитесь-то, ёбаный стыд? Стойте, каску, звёздочки. Дайте попалом, каску попалом, лап попалом. Давайте проходим. Стоим, хилимся. И проходим. Давайте, не спорим, лап не краску. Давайте за угол и выход. Сразу духов бейте. Давайте, играйте по духам. Эста искоренения. Так, ДК, веди к трону личак. ДК к трону, играйте гневных духов. Гелики, идите лича, бейте РД, играйте гневных духов. Сейчас этого гневного духа, все, веди лича этого духа к БДК. Веди духа к БДК. Вышли из центра, духи спускаются. Так, давайте. Духи пошли, аккуратно. Смотрим, сейчас будет осквернение. Милики вышли, вышли милики. Давайте, дохлый милик, плохой милик. Сали. Давайте, духи пошли, аккуратно. Уходи к порталу. Порталу веди. Веди, веди. Додать или сейчас будет комната. Ушли от духа, ушли, ушли. Давайте. Бонифацию дайте, инер. Там руки паладина ему дайте, хоть что-то дайте. Давайте, идем. Все, печеньку. Давайте, идем. Проходим. Ладно, не дохните. Трай победный, прям чую жопой. Проходим. Эстай, не умирай. Выйдем, конскюрит реснешь. Проходим дальше, проходим. Как ты так, зая? Давайте дальше. Идем рейдфлоу, за стеночкой прячемся. Давайте проходим. Стоим тут, бомба впереди. Давайте выходы все к порталу будем идти. К порталу идите. Осквернение центра. Я не прист. Идем к порталу. Прячемся за речом. Духи сейчас будут. За речом прячемся. БДК, протопан хлопает. Стая резнули. Уходим к трону. Уходи, прожмись чуть БДК. Уходим к трону. Ушли, отли сюда, ушли. Ушли, 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 ушли. Там духи идут, спускаются. Дайте стае пристабав каску. Ушли духи в центре. Вышли милики, осквернение, осквернение. Укувайся. Блять, ну что вы там делаете? Вы же хилы, можно сбоку стоять. Веди к порталу. Все, стой, сейчас будет комната. Сейчас комната будет, стойте домашние. Давайте, наверное, последняя будет. Так. С нашим везением. Давайте, идемте сюда. Не ломитесь, а впереди печеньки. За угол заходим, все нормально. Проходим чуть дальше. Идем сюда. Не ломитесь, а вперед, кто там идет. Слава. Идемте в печеньки. Давайте дальше проходим чуть. Давайте хилимся, нормально, все есть фуловы, и дальше идем. Стоим в печеньке, дальше бомба. Стоим, сейчас будет выход, все к порталу, идите к порталу. Иди к порталу, духи в центре. Шли с центра. Давайте, паладин хлопает.
Все, ДК, иди к трону. ДК, уходи к трону, рейд, уходим тоже к трону. Так, милики. Вышли милики, оскорнение. И порошок. Порошочек. Порошенчик. Все, стоим, добиваем. Духи, не духи, добиваем, должны успеть. Ну, давайте, бурсты. Стоим, бьем. А кто там наличие только был? Да, решение. Да, ассисты. Или перекидывай в пати их. Чтобы удобнее было накинуть всем по 500. Решение, ставим. А, курящий, сколько я прям? Шестая пати, кто будет на ИП заходить на других чарах, чаров или нет, или так он начислил? Их обучил Фордринг. Ты привел сюда. Вот это уже начислил. Которых знал мир и отдал их. Зачем Кулича? Сколько ИП? Ну, там лич сложный. 1500 кидай нормально. Я с этого справа был, или тоже 500? 800 там. А ты кто? Порошок. Ну, порошочек. Косарь там. Косарь с чумки, да? Ну, порошку косарь. Кто там солчат хочет в гильдию попасть? Милости просим. Рейды, пятница. ДК бери. Да, ДК хороший. Пятница, воскресенье. Кабычки с 4, ера с 7, резко ера часов 10 начинается. Будним часов 8. Понедельник, вторник. А чисто для интереса, сколько вы ставите, сколько обратить понедельник, сколько у вас за неделю? Ну, пятница, суббота, воскресенье 2, сегодня 1, сколько? 2, 4, ну 5 уже, 5. Людей, уже людей да. Просто не было, пришлось молчат бросить. 4 целка обычные, 2, 3, раз, 2, да. Я все равно редко играю, рейды ходить не буду, честно. А здесь не ходит рейды, не ходит. Лейшен заходит раз в год, все она попал на вещай сейчас. Взял его к нам в гильдию. Не хочешь? Да я же говорил, гора бы. Да. Это одноручная гора. Так, сейчас. Роль Димитриус на мейн. Самый боги 25 гербля.